Всем привет, я Элли Ди, со мной Кирилл. Всем привет. Мои питомцы тоже тут. Собака Джина и кролик Эльза. И сегодня будут покупочки, покупки! Необычные, няшные, классные покупки. Эти покупки я купила, когда мы ездили в Лас-Пальмас, там, где мы снимали «Дом-призрак» второй сезон. Там был крутой магазин, в котором продаются реально вот такие вот залипательные, интересные мелочи. И не только мелочи. И я купила, значит, этих мелочей на 10 тысяч рублей, чтобы показать вам. Подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем. Сейчас мои видео на канале выходят каждый понедельник, среду и пятницу. Кстати, следующее видео будет уже на яхте Элли Ди. Не пропусти. Это уже будет вторая серия сериала «Призрак Ворона». Ну а мы давайте начнем нашу интересную распаковку. Напишите в комментариях под этим видео, какая покупка вам понравилась больше всего. 27 покупочек нас ждет. Итак, моя рука тянется в пакет. И попадается мне вот такой вот классный зверь. Это говорящий хомячок. Думаю, многие из вас знают, в принципе, это типа игрушка-повторюшка. Я давно такую хотела купить и потом, ну, как бы долгое время искала, но уже говорили, что они перестали продаваться и так далее. И тут я увидела. Давайте же посмотрим этот хомячок. Что он умеет делать? 16 сантиметров размер хомячка. Здесь есть разъемчик для батареечек, так как он на батарейках. И давайте же его заценим. Он еще и шевелится. Джина? 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 Сидеть. Джина? Я маленький хомячок. Я маленький хомячок. Я тебе нравлюсь? Я тебе нравлюсь. Давай играть. Давай играть. Нет! Так, ладно. Джине очень хочется поохотиться на этого хомячка. Я думаю, это теперь любимая игрушка Джины. Ну нет, я ей, конечно же, не дам эту игрушку раздирать, потому что это моя игрушка, я ее купила для себя, всегда мечтала о таком хомячке, слышите? Я игрушку купила для себя, всегда мечтала о таком хомячке. Какая интересная реакция у Джины. Джина, отдай, моя игрушка! Нет! Джиночка, будут еще и тебе игрушки на канале о питомцах Элли Ди Пэтс. Смотрите реакцию моих питомцев на подарки из Лас-Пальмаса, из Лас-Пальмасовского зоомагазина. Ссылка на Элли Ди Пэтс в описании под этим видео. А следующая покупочка вот такая. Как вы думаете, что это? Это пауэрбэнк. Причем он очень красивый, как вы видите, с кроличкой. И он при этом еще очень тоненький. Давайте его откроем. Обычные аккумуляторы такие некрасивые, толстые. Вот особенно мой предыдущий. А этот такой очень симпатичный, с кроличкой. Я очень люблю кроликов. У меня раньше было 2 кролика. Сейчас, к сожалению, 1, потому что Лизуня умер. Теперь у меня осталась Эльза. Эльза принцесса. Очень похож кроличка на Эльзу, поэтому мне и понравился этот пауэрбэнк. Такой легкий, компактный, прикольная вещь на самом деле, особенно учитывая то, что в последнее время у меня очень быстро разряжается телефон, я постоянно там в Инстаграме что-то пощу, сторисы, прямые эфиры. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылка тоже в описании под этим видео на него. В общем, мне понравилась эта вещь, давайте смотреть следующую. Давайте выключим хомячка и поставим его на стол для красоты. Уж больно он красивый. А следующий у нас вот такая вещь, называемая расческой. Но расческа необычная такая, а очень красочная, яркая. Открываем. Это массажная расческа. Вы знаете, она такая легкая, не обременяющая руку. И одновременно, ну, такой типа няшный рисунок. Прикольная домашняя расческа. Конечно, в сумку она не такая же компактная, но... Домашняя расческа, давайте заценим. Очень мягенькая такая, ну приятная, знаете, очень даже приятная. Так, что у нас следующее? А следующее вот такая штукенция, давайте ее открывать. Это щеточка для умывания. Она двухсторонняя, внутри, я так понимаю, такая как бы губка. То есть вот такие есть щупальца с этой стороны и с другой стороны щупальца поменьше.
она и массажирует, и вспенивать будет, потому что губка внутри, наносишь на нее средство для умывания, и вот, пожалуйста. Такой вот легкий скрабинг и массаж, по-моему, прикольно. И следующее, что у нас там есть? Вот такая вот штука. Скорее всего, это селфи-лампа. Давайте ее откроем. Чем мне понравилась эта селфи-лампа? Тем, что она заряжается от USB, то есть она без как таковых маленьких батареечек. Вообще у меня как бы были наподобие такие лампы, но они все вот на одноразовых батарейках. Это не очень удобно, потому что постоянно надо покупать, заботиться об этом, об этих батарейках. А тут все-таки, ну, как бы заряжается, вот она заряжена, как полноценный такой вот гаджет. При этом она более легкая, тонкая, маленькая, заряд на минимуме сейчас, то есть она как бы разряжена. Но в магазине там висел как бы пробный вариант, и можно было посмотреть, очень ярко светило. Классная штука. И следующее, что нам попадается... Ух ты! Разные ручки! Пошла канцелярия. Очень интересные такие необычные ручки. Первая ручка – ручка шприц. Мне кажется, крайне странная тема. Такая, представьте себе. Можно кого-то даже пранкануть. Это реально как будто бы такой вот шприц. Интересно. Вот эта ручка с такими очень нежными силиконовыми волосиками. Такая, вот эта ручка кактус. Вот такая вот. Причем достаточно удобная. Ручка молекула. Ой. Ручка с кристаллами и вот таким брелоком в виде фламинго. Мне нравятся такие ручки. Ну, знаете, такие с кристаллами. И есть еще вот такая ручка. Ручка черепок. Нажимаешь на кнопку. И череп делает выброс. И при этом у него горят глаза. Прикол такой, знаете. Необычная ручка. Ну, конечно, ей не очень-то удобно писать, но это больше прикол, чем действительно полезная канцелярия, я бы сказала так. Ручка фламинго. Маленькая такая ручечка. Вот такая вот. Это фламинго вообще? Кто это? Почему он красный? Обычно фламинго розовый. Ну, короче, красный фламинго или попугайчик, кто-то такой. И следующая, вот такая вещь, называемая мурашкой. Вот что-что, но мурашечки я просто обожаю. Не знаю, просто вот. Вот кому-то это кажется щекотным, а вот для кого-то это реально огромное удовольствие. Вот мне эта мурашка понравилась тем, что, во-первых, она красивого голубого цвета, а во-вторых, она выполнена типа, она кальмар. Кальмар такой, осьминог. Давайте же заценим ее в действии. О, да, очень классная мурашка. Она, знаете, такая еще не растянутая. От этого ощущения удовольствия еще больше. Все, Кирилл, теперь как ты меня остановишь от этого? Кальмар у нас идет сюда, в наши покупочки. А мы идем дальше. Итак, моя рука отправляется и достает вот такой брелок для ключей. Давайте его рассмотрим. Мне он нравится тем, что это типа как бы шармы, но и как бы не шармы. Ну да, это шармы. Вот такие висюлечки красивых голубых оттенков. Ну, в общем, мне очень захотелось такой вот классный брелочек. Следующее что есть? Вот такая штука, именуемая повязкой на голову. Для чего? Для того, чтобы, например, сделать маску, ухаживающую для лица. И чтобы волосы не мешали их убрать. Но я сейчас убирать не буду. Но выглядит это как-то так. По-моему, очень даже ничего. Что же следующее? А следующее у нас... Две кепки. Наконец-то я пополнила коллекцию моих кепочек. Первая кепка под размер я не подгоняла, поэтому не обессудьте. Вот такая черно-красная кепка. С вот здесь вот как бы... сеточкой, то есть это летний вариант, что-то типа бейсболки, черно-красное. Красивое сочетание цветов. И другая кепка, это рок. Рок-кепка. Такая типа black. Классно. Мне нравится. Следующее у нас здесь такой вот предмет. Давайте же откроем этот странный предмет. Опс. Джина, кажется, в тебя какая-то деталь улетела. Да, а именно вот эта вешалочка. Открываем. 360. Мы это, короче, массажер. В общем-то, это массажная насадка для всего, но что в ней прикольно, что в ней вращаются вот эти шарики, к
как типа они как подшипники. Они же такие прохладные. Ну, вы поняли. И следующая покупочка, что я очень сильно обожаю, так это разные косметички. Если, например, я куда-то еду, ну, и у меня собирается чемодан, я люблю организовывать все по разным косметичкам. И теперь у меня еще одна косметичка. Здесь внутри воздушный расширитель. Нужна такая подушка, Джин? Ну и сама косметичка выполнена типа в голубой горошек. По-моему, очень даже мило. Тут написано все по-испански, но я же была в Лас-Пальмасе. И следующие у нас на стол попадают два футляра для очков. Вы спросите, почему два? Потому что одни у меня будут один футляр для моих оптических очков, для тех, которые корректируют зрение. Ну, вы знаете, да, что у меня плохое зрение. А вторые для солнечных, второй футляр. Очень красивые. Они и не жесткие, и не мягкие. Средние, то, что нужно. Есть более жесткие, есть более мягкие. Но вот эти действительно какая-то такая золотая середина. Плюс они очень яркие и интересные, веселые. И следующая покупочка у нас... Та-дам! Это воротничок для кормления детишек маленьких. Выворачивается он вот так, вешается ребеночку на шею, и все, что у него вываливается мимо рта, а обычно так оно и бывает, отправляется вот в этот кармашек, и потом можно это благополучно вытряхнуть. Вы спросите, зачем же нам с Кириллом слюнявчик, воротничок для кормления, если у нас пока нет детей? Просто у одной моей знакомой, подруги, есть ребеночек. Следующая покупочка у нас кошелек. Маленький, компактный, красивый кошелечек. Вот так он открывается. Вот сюда кладутся денежки. Сразу видно, что немного, но все-таки. Почему именно такой? Потому что я люблю маленькие сумочки, а большой кошелек в маленькую сумочку не влазит или занимает слишком много места. А такое самое то. Еще одна покупочка. Вот такой вот шнурок. Давайте посмотрим. USB шнур, который что? Что в нем прикольного, Кирилл? У него, видишь, какая резинка типа. А, то, что она может изогнуться, да. Не повредиться из-за этого кабеля. Это Powerbank, хороший, да-да-да, хороший такой шнурок. Короче, мы купили Powerbank, и раз такое дело, то и шнурок какой-то такой умный, симпатичный можно купить. Следующая покупочка. Вот такая. Это зеркальце для макияжа. Открываем его сразу. Увеличивает в 9 раз. Оно на двух присосках. Соответственно, его надо, так сказать, прикрепить к зеркалу в ванной. И это будет кусочек, так сказать, вашего зеркала, который будет очень сильно увеличивать, а именно в 9 раз. А, это для того, чтобы линзы одевать контактные. Ну, в общем, очень крупно оно увеличивает, на самом деле. Крутяк. Потому что это необычные покупки. Что же ждет нас дальше? А дальше нас ждет вот такой вот набор скотчей. Я думаю, многие из вас знают, что это такое, и для чего, и куда. Давайте посмотрим, какие они. Первый вот такой какой-то киношный, там что-то синема, тра-та-та. Второй вот такой. Третий вот такой. И четвертый, как кинопленка. На упаковке от скотча предлагают, что можно с помощью этих скотчей разукрасить. Велосипед, чехол от телефона. Просто какие-то тетради, рамочку сделать. Разные варианты декорирования. Пригодится, да, мне нравятся такие штуки. И последняя покупочка на сегодня – это держатель для мобильного телефона. Он какой-то необычный. Что же в нем такого необычного? Давайте открывать. Потому что здесь нарисованы и крепления в автомобиль, и селфи, и все подряд. Давайте я покажу функциональность этой штуки. Вот здесь на оборотной стороне этой штуки есть вот такой вот колочек. Если его перемещать, то вот эта петелька меняется по размеру. Например, маленькую петельку можно сделать для того, чтобы прикрепить, конечно, к телефону. Просто надо приклеить для того, один раз, толково, так сказать. Для того, чтобы использовать это, например, как подставку. Поставил телефон, вот, пожалуйста. Можно использовать это как держатель телефона, чтобы делать селфи. Даже прикрепить где-то в автомобиле тоже можно. И можно делать селфи. Не забудьте, что в понедельник в 10 утра по московскому времени вас ждет вторая серия, которая уже будет на яхте LED. Это была распаковка интересных и няшных покупок из Лас-Пальмаса. Новые видео смотрите на моем канале «Каждый».
каждый понедельник, среду и пятницу. Смотрите на моем канале каждый понедельник. Среду и пятницу. Среду и пятницу. Подписывайся на канал и увидимся в новых роликах. Пока. Пока.